Так, выбираем арахнида и пошлите в бой против игроков. Тимоха и еще кто-то там. Оба-на, я так случайно, я не специально. Два арахнида у меня. Офигеть. Так, опа, вы чё, против двух арахнидов? Вы с ума сошли. Нифига. А как так произошло? Что-то я не понял, что танк, который ушел налево, появился справа. Батюшки сед. Так, давайте еще раз. Непонятно. Непонятно совершенно. Опа. Так, Арктик. Арктик какой-то. Арктик. Арктик. Ладно, пошли, Арктик. У нас достаточно-таки слабые, я тебе скажу, танки. Скорее всего, не прокачанные. А, у мамы он тоже, скорее всего, не прокачанный. Да, он легко уничтожается. На, волна, волной. А, не помогла волна, да? Все, уничтожен. Враг. Победа. Так, еще одну звездочку, и мы откроем с вами сундучок. И посмотрим, что же там в сундуке лежит. Поехали. Так, у меня самый жнец, да? Жнец, точно. Зелененький жнец. О, ребята, ребята. Волна, волна. Есть, одного убил. Да как так? Кто меня убил? Давай, кончай с ним. Молодец. Все, и открываем сундучок. Посмотрим, что лежит в сундуке. Так, мамонт. Улучшение на мамонт. Круто. Очень даже круто. Давай еще раз сразимся. Давай возьмем мамонта. Почему бы нет? Посмотрим. У меня мамонт прокачанный. Друг. Танк такой мощный. Опа! Так, а ну-ка, я здесь, подожди, подожди. Не иди туда, не едь. Оп ты! Тут там Тесла, что ли? Ай-яй-яй-яй, бомбочки, аккуратно. Буду рандомно стрелять. На тебе, на, сейчас еще. На. Еще, на. Меня уничтожили. Ну я этому дал. Смотри, подкрепиться, да? Офигеть. Ну что ж. Все взорвались, ничья, да как такое может быть? Ай-яй-яй-яй, честно. Никто не получил звездочек. Битва за материнский корабль выбираем. Берем, знаешь, какой танк? Атлас, я беру Атлас в виде осы. Давненько не играл я за Атласа. Сейчас пойдем посражаемся. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Надо еще правильно встать. Ох ты, мимо. А, нет, попал. Не полностью. Ну, смотри, два удара ему достаточно. Угу. Хорошо, что попались два дрона. Сейчас поищем. Пойдем. Пройдемся немножко, и будет много-много танков. Во, я сказал. Все, готовы. Дрон был и лазерная пасть. О, летит. Слышу. Опа, попадание. Ого. Есть, сбили. Когда он прям близко-близко, танк, то он уничтожается, он почему-то эффективнее, чем если он где-то вдалеке в него попал. Опа, видишь? А вблизи как он уничтожается легко. Все, идем дальше. На. Так, сейчас я тоже попаду. Смотри, у него уже так нормально уже. Самонаведение хорошее получается. Так вот, лазерная пасть. Я про тебя прям вспоминал. Сегодня. Ну, где ты там? О, попадание пошло. Ждем. Так, ты меня не попадешь. Потому что я волшебный танк. В него тяжело попасть. Так, ремкомплект. Ну,
перепрыгнуть я его через него не могу, чтобы мне потом его использовать. Приходится брать. Хотя он мне не нужен. У меня все прокачано. Идем дальше, смотрим, где у нас тут враги. Опачки. Дрончики. Дрончики, я люблю дрончиков. Так, Катюша. Вот Катюша мне не очень. Он очень такой надоедливый и злой танк. Ого. Замес какой. Есть. А ну еще один ударчик. Я так, тихо, ребятки. Как же мне вас попасть? Смотри, у меня что-то вообще с ума сходит. Ракеты. Реально, ракеты сходят с ума. Понимает, куда нацеливаться. Так, ремкомплект берем. Ага, 1000 монет есть. Так, летит уже. Походу нуло, да. Есть. Так, дрон. Спасибо. Сбиваем дрончика. Идем дальше. Да, куда ты против меня? Так, Катюша. Держи, получай. Вот так надо стрелять, понял? Лазерная пасть. Нифига, я всех прям уничтожаю. Круто. Прокачанный у меня, оказывается. Атлас. Очень хорошо. Только, может быть, долго. Он же собирается. Вот эти вот. Блин. На тебе. Перезарядка долгая вообще у Атласа. Поэтому я и говорю, что... Так-то танк хороший, крепкий. Оно перезаряжается долго. Опа, босс что ли? Фига себе. Повелитель. Давай сюда идти. Лети. Опа, нифига, я его уничтожил как. Круто. Ну, Атлас, какой у меня зверь-то, а, жестокий. Какой мощный. Как он всех поуничтожал. Обалдеть. Так, а вот еще тебя. Да ё-моё! У меня с ума сходит на лодках. Не знаю, куда бить. Есть. О, красненький танк, дружище. Ох, фига, я вот всех сразу поуничтожал. Так, быстрее перезаряжайся. Есть. Вот теперь. Так, теперь вот этого надо уничтожить. Блин, и тут уже ждут. Ждут на уничтожение танки. Опа. Не знаю, мне опять сходит с ума. Сама наводка. Есть еще пару ударчиков тебе. Готово. Так, лазерная пасть, отвали от меня. Так, подождите, пускай мне все зарядится, сразу его постреляю. А ты что там, снайпер стоишь, стреляешь меня? Давай, подъезжай поближе. Есть, готов. Мне бы сейчас подлечиться, а ремкомплекта нету. Если бы давали бы ремкомплект. Видишь, мы подходим к этому самому материнскому кораблю потихонечку. Блин, ну если ты подойдешь, меня тут уже взорвали. Не получится. Так, 800 монет заработали Атласом. Круто.